Всем привет! Продолжаем прохождение всего того же Dark Souls 2. С каждым выпуском мы идем все дальше и дальше, находим новые локации, убиваем новых боссов. Не будем отступать от такой традиции и пойдем тогда к боссу. Сначала сейчас мы всех зачистим. Так, мы сходили к этому Скорпиону, он сказал, что он нам поможет. По сценарию именно так и должно быть. Именно это нам и нужно. Здесь мы уже были, туда смысла идти нету. Мы сходим вот сюда вот. Это будет, в принципе, по дороге, да, нам нужно найти одного льва. А, ну и снять кольцо, оно больше нам не нужно, бесполезно. Вместо него у нас стояли души. Вот сюда вот нам нужно сходить. Помните, я говорил про того льва? Я же так и не снял проклятие с него. Нужно исправить это. Ай, блин, упал, разбился. Самая главная проблема, что он будет с нами драться. Ну, нам нужно это сделать. Потому что нам... Ой, как больно. Ой, больно. Да. Это больно и неприятно. Хотя, в принципе, нет смысла с ним драться. Пойдемте отсюда. Пускай он все сам идет. Я его легко убью, только давайте где-нибудь на этой местности. Вот, иди сюда. Иди сюда, мой друг. Ты будешь драться? О, вот видели, да? Он должен был меня ударить. Но сработала именно адаптация. Вот опять, да? Окей. Опа, поворот. Подходим. Развод. Опа, ну, немножечко не вышел. Вот он. Ключ-клык. Он нам нужен, чтобы освободить NPC. Нам нужно освободить торговца, который, собственно, и продаст нам это оружие. Но потом нужно будет нам еще дойти до этого торговца, а это будет еще одна проблема. О, здесь мы уже убили его, да? О, странно. Теперь нужно убить еще этого, и все, и в принципе профит. Мы можем или сюда спрыгнуть, да, и получить быстрый доступ к торговцу, но там будет что-то типа ловушки. Поэтому лучше все сделать грамотно. Так, разводим. Прыжок. Вау. Опа. Можно делать по два удара, но не хочу рисковать. Ой. Это называется карусель, запомните, это очень страшный прием. То есть вы ходите по кругу, у врага начинает кружиться голова, да, он блюет и теряет сознание. Это настоящая дуэль. На. Да, я знал, что он меня ударит, но ничего страшного. Все, бежим. Теперь у нас еще одна проблема. Так, сейчас, секунду. Идем дальше. Здесь мы уже были. Нам нужно пойти сюда. Вот мы сейчас опять его разблокируем, да, то есть превратим в нормального льва. И потратим ветку, но при этом это окупится, там лежит еще одна ветка. Поэтому мы ничего не теряем. А, у меня одна ветка, блин, все понятно. Это ничего страшного. У нас еще одна ветка будет потом. Когда мы сейчас убьем, все по сценарию абсолютно. Там мы уже были. Ну все, пошлите тогда, надо босса убивать. Нет, сначала мы пойдем сюда. Нам нужно освободить птичку. Птичку-невеличку.
Здесь сидит мужик, но с ним сейчас говорить смысла вообще никакого нет. Всякие статуи. Оружие у нас ломается, поэтому надо будет кому-нибудь помочь. Вот на эти лужи наступать ни в коем случае нельзя. Если вы хотите попрощаться со своими доспехами, то наступайте. Потому что очень-очень хорошо ломают доспехи эти лужи. Видели, что-то там вылезло, что-то. Вот они идут, идут, идут. Аккуратненько проходим. Вот, задело меня немножко. Плохо, плохо. Ага, наши любимые лягушки. Блин, какой же она на плохом месте. Выходи сюда, я не полезу туда. Потом все это чудо чинить. Да. Но. А можно сделать вот так. Видите эти статуи? Это статуи, это игроков, которые погибнули. То есть, видите, эта лягушка дышит окаменелостью, да? И они вот закаменели. Это настоящие игроки. Тихо, тихо, тихо. Кстати, я думал, та тоже живая, прикиньте. Я думаю, что за ерунда? Их же 4 должно быть. Хорошо, как раз у нас сломалось оружие в тот момент. Почти сломалось. В тот момент, да, когда мы убили всех лягушек. Но мы пришли именно сюда. Ключ мы взяли у этого монстра, которого... Льва, да? О, осколок фляги, халява. Бог, кто нам продаст оружие. Но, к сожалению, она продаст его не здесь. То есть нам придется к ней еще идти. Ну ничего страшного, мы проходим игру, так проходим. Какая разница, куда идти? Все. Все, что она скажет нам интересного. Сейчас аккуратно здесь проходим. Здесь нам больше делать нечего. Выходим сейчас домой. За костер мы не садимся, потому что вы видели, я очистил всю территорию. Что-то мне в горло попало. Очистил я всю территорию. Так, у нас еще оружие неплохое. Давайте возьмем вот этот меч. Он, наверное, лучше, чем палаш. Нет. Ой, фальшион. Пока. Ой. А, тяжело тебе, да? Тяжело тебе, девица. Уберем лук. Нормально. Ну, к сожалению, в любом раскладе нам нужно будет сейчас помочь кому-нибудь. Потому что, видите, у нас оружие все сломано. Все. Эта локация абсолютно полностью зачищена. Полностью. От начала до конца. Все это чистили. А, осталось одно место. Вот это вот, да. Но здесь нужна ветка. Мы ее получим, когда убьем босса. Сначала мы поможем кому-нибудь убить. Потом мы будем убивать сами босса. У нас будет помощь для этого. Кстати, да. Поэтому мы оставим маленький знак, чтобы хотя бы 5 минут прошло. Потому что нам сейчас важно не убить босса, а важно, чтобы починить все свое оружие. И флягу. Ну давай, братюня, давай. Раз. Двас. Трис. Четырес. Пять. Нет? Что ж, ждем. Ждем, ждем. Это нам нужно сделать. Это особенность игры. Здесь недолго надо будет ждать, 100% недолго. Давайте, мужики, я вам помогу. Ой, как помогу сейчас. А, вот знак был, я думаю, что за знак. Да, это знак нашего скорпиона здесь стоял. То есть по сценарию задумано, что здесь будет знак. То есть это не знак игроков был, а именно вот нашего бота. Призывайте меня, помогу убить. Давайте, давайте, братцы, давайте. Ладно, давайте, пока нас будут призывать, еще раз поставим.
И посмотрим, что у нас есть. Что мы вообще понасобирали. Так, фляга с тестусом, второй левел. И сколько там, 6 зарядов, да или 7, или уже 8, я не помню. Потом человеческая фигурка, это нам что для человечности, это хилка, хилка, тоже хилка. Это заряд, заклинание, 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 это против яда. То есть, например, вы отравились, да, когда ядом, вы можете скушать и все, сразу лечит яд мгновенно. Это хилка тоже и отравление. Потом это выносливость, ускорение, это возврат к костру. Это тоже возврат к костру бесконечный, то есть вы можете использовать хоть сколько раз, но при этом вы теряете все свои души. То есть у вас будет 0 души. Душ, 0 душ, 0 души. Бомба взрывается, дротик отравления, навоз его можно есть. Потом темные пилюли, это защита от тьмы. Сопротивление к отравлению. Там такое сопротивление очень слабенькое. Это тоже защита идет. О, к окаменению. О, точно, это там, помните, когда я дрался с крысами, да? Можно было скушать эту фигню. И увеличить сопротивление к окаменению. Это смазка для оружия молнии, это смазка тьма. А, это огонь, огонь, извиняюсь. Огонь, это у нас эффект кровотечения, но почти никогда это не используют, никогда. Кровотечение, я уже говорил, самый такой стрёмный эффект. Но попробовать можно все-таки, попробовать можно. Блин, что-то реально никого нету, что за бред? Ну, Steam точно не вылетел, вот, я вижу в надписи. Или мы не будем никого ждать? Ну что ж. Раз никто нам не хочет помогать, у меня наворачиваются слезы. Придется нам убивать самим. Вот осколок фляги. Много душ надо тратить, надо еще эти тратить, получить титанит. Ладно, никто не хочет нам помогать. Арспой. Что за бомж на фотографии? Ой, господи. Ну давай, друг мой. Так, что у нас здесь с кольцами? Это кольцо бессмысленно практически. Мы починим оружие, поэтому кольцо связи тоже не нужно. Можно взять нам вот это колечко. Это мы оставим. Это ХП увеличит. Это тоже смысла нету. Кстати, хорошее северное ритуальное кольцо. Очень хорошее. Это для магов. И, например, взять можно выносливый. Выносливый. Давайте так это сделаем. Полускорпион. Так, это я уже говорил, да? Это НПК, положенный по сценарию. Ну и, собственно, что ж, чиним оружие, раз никто не хочет нас призывать. Нормально хоть починить? Ну, наполовину пойдет. Привет, братюня. Видите, он нам не машет. Ах, невоспитанный. Ну что ж. Так, смазывать мы не можем. Попробую с первого раза, надеюсь. Ну, если что, я потом сюда просто пробегу. Ух ты, какая молодец-то. Эй, вставай, давай, выходи. В рожу прям ей. Это ваша драка, не моя драка, ваша. И за мной бежит, смотрите, за мной. Бежим за него как раз. Отстань от него, отстань, ведьма. Уходим. Это мой кореш. О. Так, опасно, осторожно. Он вообще кого бьет, я не понимаю. Он ее бьет или меня? О, как больно, больно. Смотрите, что он делает, я не понимаю. Так. Так, тихо, подождите. Агрис, агрис на него. О, хорошо. Уходим, уходим. О, как быстро оружие это ломается у нас. Так, идем на камень.
И используем еще раз. Другого варианта у нас нет. Оружие очень быстро ломается. Сразу идите на камень, потому что на камень, видите, она не сможет прыгнуть. Самое главное, чтобы она не использовала магию свою тупую. Вот, как я про эту магию говорил. Мой скорпиончик. Не смей, не смей. Блин, скорпиончика убили. О, попала. Ну, надо хотя бы нам выжить, а скорпиона убила. Мразь, я не могу за спину зайти никак. Ну давай. Ну, поставь ты свои когти, поставь, поставь. Давай, детка, поставь. Вот. Вот, ладно. Эх, убили нашего скорпиончика, убили. Давайте скушаемся на всякий случай еще одну. Пускай регенит. Так. Вот лучше всего бить ее, когда она опускает фигню-то свою. Вот. Ну, конечно, это было очень убого, но ладно. Давай. Ну ладно. О, как больно-то, а. Вот. Давай, еще. Нормально, последний удар, нормально, пойдет, пойдет. Фух, ладно, все, убили с первого раза, я рад. Душа скорпиона, ноги. Можно еще ту плюшку достать, но ее можно забрать только если босс подбежит и ударит хвостом. Фух, ладно, все, дело сделано. Сейчас мы пройдем дальше. Найдем костер, потом вернемся к скорпиону. Он даст нам плюшку. Нет, мы пойдем сейчас к скорпиону, потому что если мы вернемся, да, то обнулится локация и потом опять проходить всех смысла нет. Поэтому сейчас быстренько я пробегусь. Пойдем, 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 пойдем. У нас еще время полно, босса мы убили, все отлично. Оружие у нас есть. То, что там скорпиончик погиб, это ничего страшного. Это был фантом все равно. Так, все, бежим. Хорошо, когда ты всю территорию зачищаешь, что проблем никаких нету, спокойненько идешь. Давай, братюня. Он сдох. Стоп, подождите. Он вообще сдох, да? Наверное, да, реально. Я вот не помню, надо бы проверить. Странно, конечно. Почему? Вот я вот не помню, да, из-за того, что фантом его убивает, он сам подыхает. Если он подыхает, это, конечно, будет еще одна проблема. Я останусь без ветки. А, мне же ветка-то не нужна, о чем я говорю? Да посрать на нее вообще. Конечно, идем дальше. В любом случае, нам нужно проходить дальше, неважно, есть скорпион, нету. Я вот не помню. Конечно же, лучше, чтобы все НПК, которые помогают вам, да, они, чтобы они выживали, конечно же. Но увидели, я ничего не мог поделать. Я же не могу заново тебе рестарт делать, правильно? Убили, так убили, что поделать, плакать? Одним больше, одним меньше. Тем более, все равно я не понимаю, это вроде была его фантом, да, его фантом был. Ну, посмотрим, может, нужно костер обновить. В любом случае, мы идем дальше, дальше, дальше. Открываем новые локации. По идее, нас бить никто не должен. Вот он нарушает правила. Я могу подать в суд на него, понимаете?
Сначала мы идем к костру. В любом случае. Сделаем так. Все-таки я хочу проверить, да? Потом мы сюда вернемся. Это будет недолго, там, 2 минуты. Я даже делаю возврат на костер, чтобы не бегать обратно. Я уже говорил, да, то, что из-за того, что мы в крысином клане, да, в Ковенанте, на нас не нападают крысы. В том числе и в этой локации двери Фараса. Там тоже не будут нападать никто на вас. Это хорошо. Блин, опять придется всех убивать. Как неохота. Ладно, пойдемте тогда быстрее пробежимся, попробуем. Ага! Ну видите, да, все-таки я был прав, что он не должен умирать, это фантом его. Так что запомните, чтобы он появился, нужно обновить вам костер. Локацию обновить. Так, ставим опять колечко. Это хорошо, конечно, я рад, что он. Потому что он даст нам две вещи. Сейчас одну, потом еще одну. Вот, одна нужна тема. Выучить жизнь. Жизнь, разогрев. Фигня полная. Все. Хорошо, это неплохо. Но мы сделаем сейчас вот так вот. Мы сейчас пойдем. Я хочу закончить с этой локацией, чтобы сюда даже никогда в жизни, просто в истории не приходить. Нам нужно сходить еще последнее место. Помните, я говорил, что нам нужна палочка, да? И мы найдем еще одну взамен. Нужно это сделать, нужно. И все, и сразу тогда уйдем. Я опять использую тогда косточку, чтобы уйти. Так, это мы уберем, поставим это. Хотя, я говорю, это колесо бессмысленное, фарм душ. Смысла нету, ну, пускай будет. Да, одна проблема, что нужно будет убить всех, видимо. А ты можешь упасть? Блин, не падает, да? О, как вас много. Блин, а? Эх, хотелось просто пройти. Придется заново всех убивать. Ну, давайте, что ли, по одному. О, в принципе, можно сразу по два. О, видите, я успеваю. Это из-за. Я уже говорил, из-за чего. А, я отвлекся немного. Это плохо, плохо. Надо еще поставить мне будет. Прыжок. Вот. Кстати, может быть, мне хватит убить просто этих двоих и все. Пускай у него выпадает сет, пускай. Вот, вы видели, да? Этот прыжок бы никогда в жизни не удался. Мне бы хп от него. Так, давай в другую сторону пойдем. Ну ты разбушевался. Ну ты разбушевался. А, стоп, стоп, стоп. Я думал, что мне получилось удар сделать. Получилось. На, на. Все, сфидел. И потихонечку поднимаем. Пилюли пойдут. Может, когда-нибудь там в истории пригодятся. Все, сейчас очень-очень быстренько проходим. Это который местный, да? Да, отлично, это очень хорошо. Привет, друг. И все, и будет эта локация полностью зачищена. От начала до конца. А, ладно, ясно. То есть я тебя спасаю, ты меня убиваешь, да? Это вся наша логика. Опа. Так. Ток. Опа. Я прям такой проказ сделал мощный.
Не. Это у нас еще доспехи, смотрите, у нас еще нелегкие. Это еще выносливость у нас маленькая. А потом это будет такой убийца. Все. Так, бежим, бежим. Вау, 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 вау. Вот еще мы пришли. Угу. Ароматная ветвь. Я вам говорю, что мы ее обратно вернем. Мантия львиного мага, наручи, юбка. Это нужно было сделать. Все, территория официально полностью зачищена. 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 Мы идем дальше. Я обещал. Мы идем уже дальше, дальше, дальше. Дальше, дальше, дальше. Проходим. Сейчас пойдем в новую локацию. Вот он. Пристанище. Нам сейчас надо будет убить одного монстра, двоих даже, чтобы потом дальше идти. Он больно бьет. Видите, у него диапазон очень большой. Ох ты. Так, блин, опять я не поставил банку. Всего лишь 7 зарядов, надо апгрейдить. Потом это кольцо я уберу, бесполезное. Поставим это. Не, ой, ой, я забыл, извиняюсь. Кстати, его нужно убивать именно со спины. Но, когда... Кстати, там еще один идет, но так уже нечестно, конечно. Что, будем восьмером драться, да? 15 человек на одного? Ну, давай, давай. Ну и чё, всё? Вся твоя мощь? О, да, по кругу ударил нехило, ладно. Эй, я здесь, дяденька. Дяденька. Все, сбрили. Нормально. Радужный камень. Отлично. А здесь у нас необычный сундук, я помню, он необычный. Он поставной. Поставной сундук, я сказал. Поставной, поставной. Ну ты наглая. О. Да отстаньте от меня, дай мне вылезти. А, сейчас еще убить может, кстати. Смотрите, осторожно надо. Опа. А вот, кстати, он убивает с первого раза, с одного... Когда, если открыть, да, сундук, и не знаешь, что здесь он. Темный пон уже жалует черного скорпиона. То он убьет вас сразу же. Кстати, из него, по-моему, выпадает только темный сет. Они раскиданы по всей карте. Ничего особенного. Все, пока. Здесь у нас какая-то фигня лежит бесполезная. Медалька, по-моему. Большой осколок титанита. Нет, не фигня. А, это у него был осколок. Да, талисман, медалька. Здесь тоже хорошо фармить осколки, они из них выпадают, из гномов. А мы в это время идем дальше. Здесь потом будет гавлан, продавец, он будет потом здесь стоять все время. Это после того, как мы посетим другую локацию. Ну, сейчас будет тоже это легкий. Ну давай, братюня. Прям в лоб мне, давай. А вы думали, что у меня убьет у меня остальные яйки? Ну-ка, можно подобрать? Нет, нельзя. Сюда иди. Ой, ой, не получилось. Ну-ка, дайте попробую все-таки его поймать.
Да ладно, все, не надо, останет меня, останет. Все, сдох. Ну он легкий, конечно же, он легкий. Нифига нашел, да, шлем воителя, перчатки, камень магии. Это много, с одного много. Нет, здесь я точно не понимаю. Ее можно убить, кстати, из лука. Нам будет записать это место. Сейчас, секунду. Ага. Здесь тоже один сидит сейчас. Давайте сделаем прокаст. Опа, 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 опа. А ему все равно. Хоть бы хнык. Заметьте, да, что огонь на него вроде не срабатывает. Вы заметили, когда я делаю прокаст? Там ничего дальше нету. Все, идем дальше. Осталось немножечко идти до следующей локации. Ой, ой, опасен, кстати, подождите. Не люблю драться на таких местах. Давай. Опа. Потом подхожу так. Опа, галантно. Большой молот народа, сапоги воителя. У них тоже неплохой сет, но он чисто тяжелая броня. Нет, я не хочу такого. Неподвижный кусок скалы. Все. Сейчас будет следующая локация, как я понимаю. Да, мы уже очень близко к нашему продавцу, кузнецу, которого мы освободили, птичка-невеличка. Но нам в любом случае сюда нужно будет идти, в любом раскладе, чтобы дальше продолжить игру. То есть мы одновременно проходим игру как надо, да, и в тот же момент мы еще делаем полезное дело для меня лично. Ну что ж, здесь нам будет подраться более-менее неплохо. Ой. О. Вот здесь больно, сразу говорю, да, они бьют неприятно. Неприятно, я сказал, да? А тебе приятно? Так, здесь осколки. Душа. Нет, сейчас будут осколки. Осколки давай. Эх, что ж такое? Где осколки? Душа. Так, здесь можно фармить. Нафига здесь душ, смотрите. Ну это хорошо, в принципе. Это хорошее место для фарма шелковистых камушек. Там есть свиньи большие, необычные свиньи, а большие. Из них очень часто выпадает. Ой, извините, извините, не туда зашел, извиняюсь. Перепутал, я палатку свою перепутал, извините. Видите, я потревожу семью чью-то. Они были заняты делом, я потревожил. И потом сразу двоих, на. И прыжок, прыжок, прыжок. Не получается прыжок. Выносливости нету. Опа. Здесь у нас будет еще один товарищ. Ну-ка, сколько у нас там? Все успеваем? О, мы все успеваем. По-моему, здесь должен быть товарищ наш. Странно, почему его нету? Ладно, неважно. Зажигаем костерчик. Давайте погреем. Да. У нас напала свинопатка. Надо убить свиноматку, пахаря. Давай, давай. Ну, прыгай, ну видите, не прыгает, не прыгает он. Все, минусанули. Фух, 29 тысяч, надо еще убить нам одного боссика. Всего лишь один боссик остался. Не понимаю, блин, ну что надо вам от меня? Почему не появляется мужик? Он уже должен появляться. Ой, прыжок, прыжок, братюня. Нормально, все, прошло. Прыжок. Выносливости, выносливости мало. Вот ты побежала. Нормально, сразу двоих. Обломок детонита. Очень странно, почему же здесь никого нет? Здесь должен быть призыв, да? Эх, жалко. Ну, в любом раскладе пофиг вообще, настолько пофиг. Пойдем соло убивать. Все равно от этих ботов, да, толку нет. Да, Господи Иисусе.
Кстати, мне нужно оружие сменить, потому что мне нечем его чинить будет. Хотя, если что, я могу в любой момент помочь кому-нибудь, я уже говорил. Ну что ж такое? Это что такое? Это удар со спины, что ли, называют? Молодец. Опа. Опа, о. Да что? Забейте, просто забейте. Останет меня. Давайте будем хилить с этой фигней. Угу. Дискающие стрела. Ну, в принципе, обычные стрелы, ничего в них интересного нет. Все, идем дальше. Здесь у нас фигня. Угу, подбираем. Большая душа. Настолько много душ, реально, уже миллионы. Но нам теперь нужно еще сделать следующее. Осколок титанита. Нам нужно прыгнуть в этот колодец. Как ни странно. На всякий случай я одену кольцо. Это, в принципе, не обязательно делать. Но я хочу это сделать. Ну-ка, мастер-класс. Кстати, по-моему, эта фигня ломается, нет? Блин, я даже не прыгнул. Еще раз мастер-класс, регенимся. Стоп. Она же вроде и ломалась. Я не помню, чтобы там крыша была. Странно. Очень-очень странно. А, все, теперь понятно, да, она ломается. Ай, Господи Иисусе. Теперь. А, да, вспомнил. Нужно прыгать не отсюда, а вот отсюда вот. То есть нужно раньше прыгать. Потому что он перекатывается далеко. Вот, вот так, видите, да? Прыгайте и потом опять забирайтесь здесь заново. Так до бесконечности. Еще раз. Ауч! Урна святой воды. Кстати, хорошая вещь. Подождите. Дальше босс будет некромант, да? Надо попробовать эту урну на нем использовать именно. Угу. Ради этого мы сюда поднимались, как ни странно. Проверяем. Опа. Человеческая фигурка 5 штук. Ну, до того стоило, безусловно, того стоило. Все. Эта часть локации полностью зачищена. Ну, теперь нас ждет самое сложное. Кстати, отсюда слезть невозможно, даже по сценарию невозможно. То есть, по заму, по движку игры даже невозможно, по идее, как я понимаю. Если вы будете прыгать, вы будете сразу умирать. Эх ты, хулиган. Еще такую приманку положили. Молодцы. Вот, там у нас будет босс. А, нет, он будет прямо под нами, босс будет, да. Нам туда вот надо. Видите, где дерево стоит? Вот где это дерево. Именно туда нам и нужно. Как же я вас буду всех-то убивать, а? Да хотя бы по одному, не в пятером, а по одному. Ну, вас слишком много, 40 человек. Помогите, психопат! Так, спокойненько, я разбушевался, все мимо. Нет, лучше мы давайте возьмем две руки, чтобы сильнее было так. И тебя тоже заберем в ад. О, видите, он уже все наполовину в аду, видите? О, как его скрутило это. О, Господи. Так, давайте поднимемся сюда. Помешаем коварному плану. Опа. Можно, в принципе, как-нибудь сделать, чтобы это шар упал на этих, да? Ну, это, конечно, это бред, трата времени. Ну что ж, мне нужно еще убить этих, потом еще убить. Ой, как много мне надо убивать. Опа, опа, опа.
Стой, 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 меня бить не надо. А, помогите, помогите, help me! Просто псих. Это обычные крестьяне, полые, то есть это зомби. Полые, пустые зомби. Еще трое, да? Хорошо, давайте. Кстати, они почему-то, видите, сразу не нападают на вас. Опа. Опа. Прыжок, прыжок. Молодец. Отлично отработано. Уничтожил. Уничтожил. Отошел. И уничтожил. Угу. Первый раз, само собой, когда я прохожу, я их всех убиваю. Но если, надеюсь, я такого не буду, если меня убьют, да, сейчас, босс убьет, именно босс, то, само собой, я уже просто буду пробегать мимо этих и сразу бежать к боссу. Фух, мы все ближе, ближе к нашей цели. Здесь ничего страшного нету, но следующая часть, вот эта вот, следующая комната, да, здесь будет много-много тараканов. Блин, у меня все-таки оружие сломается. Ну ладно, да, я кому-нибудь помогу сам. Кстати, они полезут, когда я открою сундучок. До этого момента, видите, они будут там сидеть. Ну что ж. Ловушка. А, это не ловушка, видите, она притягивает тараканов, да. Помните, я говорил про кольцо, которое вы одеваете, и у вас глаза горят красным, и все на вас обращают внимание в первую очередь. Это вот пример был. Ну что? Ох, стоп, стоп, стоп. По замыслу я не должен погибать в этой игре. Стоп, мне не надо убивать. Так, там еще живой есть, да? Хорошо. Еще скушаем. Я по-любому оружие восстановлю, да, и... У меня еще 5 фляг. Какого фига я кушаю... Ну ладно. Надо кушать фляги, чтобы я помог убить, да, и потом все восстановил. Это у меня. Вконтакте, так что не отвлекайтесь. Продолжаем. Вот, все, сейчас будет справа у нас босс. Здесь стенка прозрачная. Я знаю, это прекрасно. Здесь у нас пусто. Лучше посмотреть, что там, перед тем, как прыгать. Здесь кто-то будет, по-моему, да? А, нет, здесь трум, да. Я про него говорил. Вот, еще один осколок. То есть у меня получается два осколка, которые нужно активировать. Видите, это сосуд с водой, да? Их не просто так ставят. Это сосуд ставят, чтобы вы облились водой, и у вас будет иммунитет к огню на время повысен. Это очень важно. Это говорит, значит, о том, что следующие враги будут, скорее всего, связаны с огнем. Например, этот босс. Я не помню, с чем он связан. Кстати, а мы успеем его убить? Что у нас там по времени? Да, у нас еще время есть. Поэтому мы прямо сейчас будем... Нет, мы сначала поможем кому-нибудь, потом убьем его, хорошо? Я даже готов помочь большим мелком, потому что здесь, в принципе, идти больше некуда. Здесь только идти убивать босса. Давайте поставим большой мелок. Видите, не все любят маленькие мелки. Я, например, вообще не люблю маленькие, именно активировать. Потому что я прекрасно знаю, что этот человек хочет просто за мой счет, да? Похилиться и уйти. А большой мелок говорит о том, что человек хочет именно помогать до конца. Хорошо, пускай тогда сейчас меня призовут, я помогу убить. Сразу тогда поменяем оружие на более-менее какое-нибудь другое. Хотя бы посмотрим, как это выглядит. Ну, я, конечно, помню, но сейчас посмотрим. Смогу ли я вообще пробивать своей атакой? А если взять мне другой меч, например... Вот этот, полуторный. Вот он. Двухручный, конечно. На. Не, ерунда. У него дамаг получается 196. Давайте поставим этот. 189. Ну, это разница минимальная. Ну, давайте, чуваки, призывайте. Не стесняйтесь, дальше босс. Так, впереди, значит, маг, да? Что у нас здесь есть?
Защиты от магии у нас нет никакой вообще. Здесь можно взять регенку. Или дамаг взять лучше. Да, одна ерунда. Ну что ж, я, наверное, попробую тогда убить сейчас, да? Ну, видите, никто не призывает, что делать. А, так у меня еще оружие сломано, поэтому нужно в любом случае ждать, да. Нет смысла идти еще без основного оружия, это вообще бред. Ну давайте, призывайте, что ж они тупят? Не хотят, видите, не хотят нас призывать. В любом случае надо это сделать, в любом раскладе. Так, оставим поближе здесь. Просто посмотрим, что здесь рядом есть. Ничего интересного нету. Давай, 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 давай. Ладно, ждем. Просто ждем. Другого варианта у нас нету. Ждать, ждать и ждать. Это опять у меня, извиняюсь. Забыл закрыть ВКонтакте. Опять у меня, извиняюсь. Ладно, давайте тогда я сейчас это перемотаю, хорошо, чтобы вы не ждали. Я поставлю знак, когда меня призовут, я сразу включу. Я тоже понимаю, что вам сидеть и ждать, это тоже не дело. Не, короче, я очень долго ждал, минут 20 или 30, представляете? Никто ни разу не призвал. Я уже говорил, что отбор идет по общему количеству душ, да? И возможно, там же именно по диапазону идет, например... От 300 тысяч до 350, да? И, возможно, в этом диапазоне, в этом месте никого нету. Я не знаю, почему. Может быть, они еще не дошли до этого. Может быть, наоборот, уже все прошли. Поэтому мы, что ж, идем. Убьют, так убьют. Приду сюда опять заново. И будем опять пробовать убивать. Что делать? Вечно тоже я стоять не могу, понимаете? 40-50 лет я не могу стоять на одном месте. Возьмем это, так как у нас оружие сломано. Делаем так. И делаем вот так. Хоть бы это продамажило хорошо, я понял. О, как сильно-то. Ну не то ты делаешь. Стоп, стоп, стоп. Не то, не то. Так, сейчас мы отреги. Угу. Можно я пройду? Спасибо. Куча полное говно, это вода. Полное говно. Опа. Ничего сложного, короче. О. А это уже неприятно, кстати, мне это неприятно. Тара-тара-тара. Да уйди отсюда. О. Она хилит, да, я знаю, что она хилит. Но мне надо ее убить тогда, что ли? Нет, пока у меня ничего не получается вообще. Я не могу просто подойти и убить. Давай. Все, минус одну, одну. Отлично, отлично. Ну и остался у нас старый пердун. Дайте пройти, а, мрази. И все что ли? Ну, да, изи. Все равно я не понимаю, почему знаки никто не брал. Вот водичка, которая поднимает наш иммунитет.
Я даже дрался не основным оружием, а полным га, но все мы это сделали. Это было несложно, сразу скажу, несложно. Я, то есть я спокойно ходил, проблем не было. Первый раз я использовал вот эту вот урну, да? Не знаю, что-то мне это не очень понравилось. Да сдохни уже. Все, я убил босса, давайте быстрее. И все. Ну, это, конечно, это был мини-босс, это очевидно. Хотя я не знаю, вот если бы я попал в босса урной, я не мог попасть. Было бы сильно или нет? Ну что ж, давайте сейчас мы дойдем до костра, здесь недалеко идти. Вот, вариант здесь сейчас будет. Все, мы пришли туда, куда я хотел. Здесь мое оружие. Так что в следующей серии, скорее всего, вы уже увидите оружие, за которым мы шли так далеко. Все, убили, ничего сложного не было. Все хорошо. Так. Ага, все нормально. Ну все, давайте до следующей серии. Пока!